Россия заявила о гибели двух военных в Сирии. Сообщения СМИ о разгроме авиационной группы в Хмеймиме – фейк, утверждают в Минобороны РФ. Российская авиабаза в сирийском Хмеймиме подверглась минометному обстрелу в минувшее воскресенье, 31 декабря. Погибли двое военнослужащих РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию российского Минобороны. В военном ведомстве подчеркнули, что сообщение Коммерсанта о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготовой продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме, утверждают в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильно-диверсионной группой боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли, уточнили в Минобороны. Как сообщал корреспондент Нет, накануне издание «Коммерсант» заявило о серьезных потерях России в Сирии. Отмечалось, что в результате обстрела якобы были уничтожены 4 бомбардировщика Су-24, 2 истребителя Су-35 и транспортник Ан-72, а также подорван склад боеприпасов. Могли пострадать более 10 военнослужащих. Издание назвало этот инцидент одним из самых серьезных за все время проведения военно-воздушной операции РФ в Сирии. По материалам сайта news.com.